Карапуз уснул. Сейчас пойду положу его. Я сейчас у себя в кабинете был. Вот пришел. Вот Оля весь день с ним сидит. Кормит. Я говорю, иди, короче, погуляй маленечко. То есть дома не выходит. Все, Оля пошла маленечко воздухом подышать. Вот. А мы с карапузиком ходили к дочке, к сестренке. Там вот поиграли, поболтали. Карапуза повеселили. И все, сейчас спустился вниз. Он ему заварил этот ромашку. И ватными дисками лицо протираю, чтобы чистенько личико было. Все. Я ему глаза протирал, а он спит и даже не просыпается. Все. Запарился, короче, он гулять, веселиться. Пора спать. Все. Идем положим его. Его кроватку. Пускай ложится спать. Февраля 24 год. У нас тут утречко. Дети, в общем, убирают елку, потому что мы никак не успевали. А елка собирает вот эту пыль, а тут у нас карапуз, поэтому лучше эту елку убрать. Ну и вообще просто нужно убрать. Вот здесь прям хорошо складываете. Вот это. Прежде, подожди, назад иди. Милана зажимает, ты плотно идешь. Вот плотно иди. Милан, не опережай, ты не... натяни, натягивай, Эдвин. Просто натяни эту штуку. Ты там контролируй теперь. Смотрите, в воздухе же остается. Вот. Ничего не натягиваете. Вот ты натягивай, да. Ты сюда идем, ты чуть-чуть Милану опережай. Встань, растяни. Но натягивай. Просто натягивай, держи, держи. Ну ладно, ты вот смотри, видишь, я помогаю. Приподнимаешь, ты за... Мне сил не хватает, у меня рука болит. Цепляй, все цепляй, Эдвин, все, что можешь. У нас карапуз спустился вниз. Эван, вот кто пришел. Узнал, что елку собирают. Да как так-то вообще-то? Да, без меня. Да, на мой день рождения эта елка вообще-то родилась. Да. Да? Да, слятеньки? Вот, вот. Этот пушочек надо вон прическу уже подстригать. Вот. Ты с той стороны подстриг, вроде. Да, где-то вот тут чуть-чуть можно будет убрать. Парикмахерскую тебе уже надо, да? Угу. В месяц уже нужно в парикмахерскую. Угу. Стрижку модную какую-нибудь сделать. Как ты думаешь, нужно тебе это? М? То я буду сейчас делать кофе. Оль, ты что будешь, чай? Кофе или чай? Кофе. Все, почти собрали. Ого, место освобождается сколько. Офигеть. Смотри, как просторно встает.
Нет, пусть пока вот здесь чуть-чуть пылит от этой штуки, Милан. Маленечко уйдет. Чё? Наверх еще чуть-чуть. Слишком много не надо, Эдвин. Вот эту верхушку только сделай, и все. Да, вот эту еще замотать, чтобы потом не пылилось оно все. Такие елки мы смотрели. Мы ее купили что-то там около 30 тысяч. А такая, как у нас, елка уже стоит почти 100 тысяч. С такими вот... игрушками, может, еще и дороже. Каждый год эти елки все дороже и дороже стоят. Сейчас самая простейшая стрёмная елочка там, блин, стоит 15-20 тысяч. А вот такие большие, вон у нее еще вверх, видите, вот, они стоят уже не меньше 50. Но мы ее покупали лет сколько, 6-7 назад, да, Оль? Лет 6-7 каждый год ее ставим. Так легко ее ставить. Убирать чуть-чуть нужно заморочиться, но тоже тут, в принципе, что? Минут 30. Шарики убрать, замотать. И сейчас мы с Эдвином отнесем это в гараж. И у нас тут сколько вон места освободится. Все, Миланчик тут карапузы держит. Я сама захотела, что меня не заставляли. Вот. Всем привет. Да. Ему что-то не нравится. Все, елку мы убрали. Пропылесосить. Да, пропылесосить и протереть надо. Пылесос у тебя наверху, Эдвин. Столько места освободилось вообще. Все, мы тут сели сейчас. Кофеечек попили с блинами. И с маскарпоне. Вот. Кто-то с рикоттой. Рикотты, маскарпоне. Вот такая штука. И карапуз у нас тоже тут потихонечку засыпает. Ну, наверное, тоже хочет кушать. Нифига не засыпаю, скажи. Я хочу тоже кофе и кушать. Ничего не знаю. Сейчас тебя скушай, кушать будешь. Ты себя по лицу трепишь. Эван, поздоровайся с зрителями. Всем привет. И тут вот, карапузим потихоньку. Я тут гонял по делам, приехал. Вот, и звонили там с Валберис, говорят, кто-то может выйти, вот, а дети гуляют, Оля с ребенком. Я говорю, закиньте пакет в этот, за забор. В общем, с Валберис закинули этот пакетик за забор, а там нашему Эвану новые костюмчики. Вот, от этой же вот фирмы, которая сейчас на нем, вот. И что-то прихожу, ищу, нету, вот. И звоню женщине, говорю, вот, которая доставку делала. Вы, говорю, точно нам закидывали? Она, да, да. А она ориентир держала всегда, когда мы были дома, у меня машина стоит, она автоматом уже как бы привыкла, что моя машина, вот. А тут машины нету, и она перепутала дом, по телефону разговаривала. И просто на автомате закинула за калитку. И соседям закинула наш пакет. А соседи у нас уехали, дома их нет. Вот, и я как это просек, у нас везде здесь видеокамеры установлены. Каждый миллиметр видеоархив идет по всему поселку. И я посмотрел по видео, как она приехала, скинула пакет соседям и уехала. Вот. И тут как нарочно соседей нету дома. А там пакетик, а на улице вон снег идет, и по-любому они бы там промокли, стухли. И я пошел, короче, ну, я им написал заранее. Поставил лесенку, крючок взял там длинный от швабры. И крючком зацепил пакетик, вот. Забрал.
забрал твои вещички, Эван. Да. А то хотели соседям отдать. Вот он недовольный какой. Видите, говорит, как это так? Мои новые вещички отдать соседям. Ага, а я что одевать буду? Вот. Так что сейчас мы будем делать распаковочку новых шмоток. Потому что предыдущие у нас все стали очень маленькими. Также между делом сейчас утку с яблоками закинули в духовку. И Оля еще решила сделать котлетки. Фрикадельки с такими макаронами. И еще туда что-нибудь добавить, типа риса. Вот. Фрикадельки. Чтобы бульон был. Вчера делали вот это мясо. Тоже в духовке. Офигенная штука. Сын кушает без остановки. Очень доволен. Вот Оля, в принципе, тоже, да? Но Оле хочется маленечко этот. Ну, мясо-то вкусно. Мясо вкусное, но специи не для моего желудка вообще. Ну да, то, что там уже со специями это все дело. И сейчас у Оли нужно что-то попроще. Вот она делает супчик. А вообще очень вкусная штука. Индейка уже готовая в рукаве. И я тут тоже, рукав у нас был, он достал утку и в рукав затолкал. Перец чуть-чуть, там укроп, соль, водичка и в духовку. Вот так. Здесь, смотрите, как у нас круто стало. Убрали здесь елку. И столько места, столько пространства сразу. Круто так вообще. Можно тут уже ходить, бродить. Вот сюда уже поставили пока стульчик. Вот. Мы его убирали во второй дом, в гостевой. Потом принесли сюда померить, подходит или нет. Ну, буквально, я думаю, еще чуть-чуть, и он уже может и в стульчике там. Стульчик можно ложить, уже лежать может. Так что решили, в общем, его не уносить. Пусть здесь стоит, ждет своего часа. Вот, а все остальное, оно работает. И кроватка, и вот шезлонги всякие штуки. Вот так. Так, сейчас костюмчики будем мерить. Распаковывать, вернее. Классные такие все. Крапусь вот у нас в таком костюмчике. Да. Классный материал. Это немножко другой материал, да? Не это более плотный. Это у них есть сеточку вот такой. Интерлок. Это... Да, вот материал интерлок. Это как этот хбшный трикотаж хороший. Какой вот этот большой. Ты взял, да, 62-68? Ну да, больше нету. Вот этот как раз ему сейчас... Чуть-чуть запас, совсем чуть-чуть и все. Мне нравится, что у них вот эти вот ручки не сильно как бы запариваются. Такой ну, приятный материал. Ну ты покажи, Оль, не видно же. Ну, в смысле, подними. Вот. И, наверное, его это прицепить. Вот так при 30 тут внизу поди. Ножки, надо... видите, вот такими резинками они специально, да, загибаются. И очень удобно, нога не вылетает. И здесь главное, что вот на подъемчике резиночка держит хорошо, да? Не да. Просто вот когда без резинки шлеп-шлеп, а вот именно фиксирует. А мне нравится еще, что ботиночек здесь такой. Клепок нету, потому что, да. Ну, как бы, зачем здесь лишние да. клепки? Но здесь есть такая дырочка немножечко. Да. Вот. И руки, и ноги сделаны отдельным цветом, и понятно сразу. Швы наружу. Да. Прикольный, вот. Да? Да, ну, хорошенький. Также в белом цвете. Ух ты! И они такие модные, да? Стильные. И ткань офигенная просто. Здесь уже рукав немножко по-другому сделан. Хороший трикотаж. Вот так. Мягко, мягко, да, там? Да. Очень мягко ведь. Здесь как эти резиночки такие. Можно... Прямо это жених на праздник. Да, да. И тут, смотри, как будто золотые кнопки. А, ты разные, что ли? И шапочка. Да. Это гном-гномыч наш.
И шапочка. Шапочка подходит. Ой, как ножки. Классно. Шапочка да. прикольная, да? И к тому костюмчику, да. и к этому подходит, да? Да, тут да. А здесь еще, смотри, дополнительно, да? А, нет, это другой вариант. Это три штуки, что-то 1100 рублей. Вот, да. Прикольно, да? Да, вообще хорошо. А здесь как, на замочке сделали, получается? Это на замочке. Там несколько видов а вот в комплекте. Смотри, у нас вот один был купленный комплект, вот тоже замочек, и мы с роддома привезли, и замок вот так вот в шею прям опирался. Угу. А здесь сделали вот такую штучку, чтобы... Подними вот, вверх. Да, чтобы замочек был закрыт. Угу. Из-за этого мы шапочку от костюма от того носим, а сам костюм не носим. Потому что вот эта вот штука, вот эта, она поднимается и прям ребенку в шею, вот эта прям острая такая упирается. Посмотрим, вот как с замочком тогда. Замочек идет в одну. Тебе нравится? Агу, говорит. Да, агу, нравится, конечно. Такие приятные мягкие цвета, да? Да, и ткань приятная. Здесь замочек в одну ногу уходит, вторая такая. Обычная. Так. Ну, прикольно они шьют, прикольно. Да? Во всем Валберес единственная фирма. Российская? Да, Трио называется. Вот. А, Трия. Шапочки, конечно, у них клевые. У нас да. Эван как этот, гном-гномыч. Да. Мы его так и называем. Так. Трия, это неинтересно, фирма мебельная, не ихняя, тоже производство. Не их. Знаю. Трия. Следующий костюмчик. Тоже хороший. А это материал, этот тоже интерлок. Как это называется? То, что в полоску. Вот рубчик это. Называется. Вот смотри, тут такой рубчик этот. Он но мягкий. Снаружи. Да. Внутри его нет. На другом костюмчике, да, внутри нету. Да. А на другом костюмчике у нас есть внутри. Здесь внутри нету этого. Угу, двойной. И там отпечатывается на теле. А здесь не будет отпечатываться на теле. На клепках получается. Также здесь резиночки. Вот эта фишка прям ихняя, да? Да. Классная. Я ни одну фирму смотри, не нашел, чтобы так как будто бы это... делали. А нет, свободные штанишки, не стягивающие такие, да, узкие. Они вот. Этот, резиница, вот, да. Конкретно. Еще одна шапочка. Шапочка вообще крутая, блин. У него... Это даже побольше размер побольше. Уже, да? Да. Но это я... Это ты побольше похожий. В этот, размер. Сушку, они... Они, кстати, не садятся так. Так сильно. Материал хороший, мы проверили этот один костюм. Хороший. И он остается такой же. Но это ты и побольше размер, похоже, взял. Нет, вот как на нем. 62-68. Вот на нем такой. Да? Да. А выглядит побольше, как будто... Ну, потому что мы в сушку закидывали на нем. Не делайте в сушку, не надо. Вы специально уменьшали, эти уже не уменьшайте. Нет, мам, я хочу в сушке, потому что сушка выбивает всю, весь порошок из этого. Ну, сильно садят вещи, сушка. Вот эти не садятся. Лучше два раза прополосните. Ну, ты покажи, Оль. Хочу показать, вот здесь еще вот такая резиночка, мягкая-мягкая прям. Там нету, а вот на втором есть с резиночкой. Также здесь вот такие вот, как царапки, тоже вот так делаются. А там другой формат. Ну, интересно, знаешь, что приятное, что ступня так сделана, как будто они в пинеточках, не в носочках, да, в пинеточках. Прям. Потому что в тех обычных, мам, вот эти ноги вылазят и залазят даже в другую ногу. И носок слетает. Вообще, вот это неужели нельзя было продумать? Оля, ты делал второй полоскивание, чтобы сильно не село. Ну, я теперь все равно сушилку закинула. И тут получается такой же, как вот этот наборчик тоже в этот в рубчик. Также. А посмотри, как оно называется. Вот интерлок. Материал так и не нет, вот это то, что в полоску, оно как-то называется. Рубчик называется. Да? Да. Рубчик. Да. Рубчик, да. Прикольно. Да, это тоже такой же набор. Здесь есть резиночка, а здесь уже нету. Кто-то голодный. Кто-то голодный, да. Он у нас тут покакал и очень срочно хочет кушать. Белая шапочка. Ага. Вот. Здесь все цвета и все да. такие вот шапочки. А тут какой получается? Зеленый и коричневый, да? Коричневая только гладенькая, а на этих рубчик шапочки. Да. Ну, папа, тебе не гладкий. Так что сейчас есть что одевать и очень красиво. Мама, он очень хочет кушать. Да. Сейчас покажи просто в чем он. Вот он.
Голодный, голодный. Он сейчас покакал, пойдем чистить ему этот. Угу. Вот ножка. Да. Видите, вот она одета, вот. И она никак не вылетит. На обычных месте, костюмах на месте, да. Они все путаются как-то по-дебильному вообще. А здесь четко нога всегда вот в ноге. И когда ее одеваешь, она здесь. Да. И носок легко одевать сразу. Нет, и носок держится, не слетает. Да, можно даже пинеточкой. Носок не одевать, и эта штука держится, как будто это и есть носочек, и все. Нет, на простых, например, да. Когда ровно идет, вот здесь, носок слетает. Да, отстегивать, вот здесь очень сложно, когда делаешь, застегивать. Столько застежек. А они здесь сделали литое, да. А застежка отсюда начинается. Вот. И ручки также, они очень мягкие, вот как бы можно управлять легко. Захочешь, снимешь. Да, а этот вообще в дырочку мелкую проветриваемый костюм, чтобы он не перегревался. Вот. Вот потому что дети, если перегреваются, потом охлаждаются очень долго. Да. Перегреться им быстрее. Такой, как температура уже вот. Даже. Да. Вот такой костюмчик. Классно. Вот. Да. Вот так. Очень стильно смотрится, особенно коричневый цвет. Ну. Очень так богато. Прикольно смотрится. Все, пойдем. Все, пока, скажи всем. Вот так, пока. Помашет ручки. Все, пока-пока. Пока-пока. Так, утка готова. Вот так вот получилось. Так, вот это я укроп добавил. И он чуть-чуть подгорел, короче. Укропа так вот слишком много не надо. Там я положил яблоки внутри. Вот. Оль. Можешь посмотреть, готово или нет? Готов. Я же тебе ножик дал специально. А я с ножа, что ли, буду кушать? Ну, видно же, что готово. Не знаю, вкусно, невкусно, как вообще. Нормально? В рукаве лучше, да? Я до этого готовил без рукава. Просто. Она вся какая-то сухая, пережаренная была, да? А в рукаве, когда делаете, что бы вы ни делали, как бы, ну, не пережаривали, один фиг получается нежное мясо. Чуть-чуть водички, но у него своя еще есть. И внутри еще яблоки затолкал. Классно, что это не в специях уже готовое. Да. А то, что ты сам чисто посолил, сколько надо, да. Тут нет вот этого перченого вкуса. Ну, короче, она прям нежная, такая вкусная. Вот так. Так что целая утка. Вот так. Сейчас, наверное, разобрать ее, да? На части положить. Ножки там, все дела, чтобы удобно было кушать. Здесь вон Эдвин. Что тут осталось? Кушает еже еще, да? О, тут еще много. Можно вцепиться и еще есть и есть. Тут вот эти есть. Ладно. Короче, мяса у нас предостаточно. Ну, вообще, мне кажется, не нужно разбирать, потому что он так сохнуть будет. Когда целиком лежит, как-то вот отрезал, сколько нужно, и кушаешь. Да. Ну, просто чтобы этот... Ну, или хотя бы на несколько частей и в этот, в такой же. Удобно доставать, убирать. Так, ну ладно. Ну, в общем, получилось отличненько. Да, я сейчас тебе кусочек сразу. Да, начинай. Пусть зрители смотрят. Пусть скажут. Невкусно, только прикидываешься. Нет, вот та была вкусная. Утка тоже была, да, или что? Да. Ну, она очень в специях такая... И у меня желудок вообще не забирает. Но это у тебя сейчас так, а вообще как бы она вкусная.
Сын говорит, только такой вот покупай мясо. Вот. А Оля просто хочет без специй. Кусочек такой привлекательный. Ну. Все так отходит, да? Угу. Хорошо. Пахнет почему-то мясом. Ну, типа, ну, да. Говядиной какой-то, куриной, да? Не курицей, что-то такое. Да. Более такой плотной. Больше, да. Ну, отходит, прям вот прям разваливается, да? Угу. Прям вот спокойно, вон, раз. Нормально? От этого можно поправиться? Да это же диетическая фигня. Как ты поправишься? Ну, сейчас мы Эвана взвешивали. Весы, короче, все. Не выдержали. Мы сначала думаем, что за фигня вообще? Вот эти весы, короче, у нас есть. Кухонные. Вот на них мы его взвешивали, ставим сверху, ну, специально блюдо, не этот, типа тазика, туда тряпочки его туда ложим и взвешиваем. До этого все нормально. Последний раз вот мы взвешивали, было 4 500 вроде, да? 4 260 что такое? Нет, 3 460 было, а потом 4. 400. Да, 400. В общем, на килограмм он прибавил. И сейчас тоже так же делаем, включаю, тоже опять карапузы сюда ложим. И бам, здесь, короче, такие циферки, типа глюки. Я думал, глючит, еще раз перезапустили, еще раз. А потом смотрю, весы здесь до 5 килограмм только. Вот, 5000 грамм. И получается, я его чуть-чуть приподнимаю, он доходит до 5 и дальше идет, и все, и весы больше не могут взвешивать. Получается, Эван у нас уже больше 5 килограмм. Даже не 5, а больше. При этом последний раз мы его взвешивали дней 5 назад. Mm-hmm. И он за 5 дней умудрился на 10 сантиметров вырасти. И я думаю, что грамм 600-700... Угу. Он за эти 5-6 дней тоже прибавил. Вот прям махом. Вот аж весы не выдерживают, поэтому я думаю, эти весы как бы могут намного больше способны там. А тут нет, всего лишь 5. У нас наверху есть весы. Такие, которые мы взвешиваемся, тоже электронные. Попробуем на них взвесить. Но то, что он вес набирает отличненько, это хорошо и в рост, и по весу. Вот. Но чтобы это происходило, Оле нужно вот за один подход вот одну утку съесть. Да, вот. Оля говорит, я не буду кушать. Я сказала, что не буду. Я не буду кушать, у меня от этого всего плохо. Я уже... У меня желудок болит от твоего мяса. Да. А тут такое нежное, такое типа на пару. А Оля вот не выдержала, приготовила себе супчик с фрикадельками. Я сейчас вот как раз это покушал, очень вкусно, прикольно так. И Милана с подружкой зашли, они ходили кататься на каток. На горку, да. Пришли, покушали. И так к ним подсоединилась... Да? Еще присоединилась еще одна подружка. И они, несколько человек, пошли на фитнес. Тут есть занятие, короче, арендуется зал. Девушка одна, спортсменка. Вот и туда записываетесь, она ведет вот эти спортивные уроки, или что за фигня называется. Не фитнес, а гимнастика, или как и называется вот это? Фитнес? Ну, имеется в виду не тренажеры. Ну, нет, это спортивный зал, тренажеры. Да. Этот, она, в общем, фитнес для взрослых ведет. Ну, там с элементами
Это вам, короче, разминки там, потом в конце йога чуть-чуть есть, там полностью комплекс. И она ведет только для взрослых. Я туда ходила, и я ее попросила, чтобы она, ну, как бы девочек тоже пустила, потому что для девочек здесь вообще ничего такого нету. Есть танцы, и даже на танцы мест нету. Вот, и она разрешила, чтобы они ходили. Да, и сделала цену подросткам в 2 раза дешевле. И Мелана позвала, зовет своих подружек, и они толпой собираются и идут туда. Вот. И сейчас вот они пошли на этот фитнес. Вот так. А карапуз у нас спит. Вот Оля его покормила прям конкретно. Вот так. Я, кстати, этот на Валберес вот эти поискал рукава больше и толще. Да насколько микрон, ну, мощный. Потому что вот эти некоторые пакеты, они когда оказывается температура больше 200, они начинают крошиться. Но вот этот 200 поставил 190, вот он выдерживает, он не сыпется. А еще до этого, вот, получается, пакеты были, и даже этот, когда я ставлю 220-230... А зачем вот, ты так ставишь? Ну, я не знаю, быстрее, чтобы приготовилось. Я вот это нажимаю, короче, вот этот пакет разваливается, рассыпается. А есть такие пакеты, которые выдерживают более высокие температуры. Там плотность другая маленькая. И размер, короче, пакета побольше. Ну, это, в принципе, залазит, но когда... брали побольше гуся, гусь уже не вылазит. Пакет маленький. Вот, и в этот раз я посмотрел там на Валберес. Заказал побольше пакетики, помощнее. Потому что реально вот самый лучший вариант готовить именно в пакете. Во-первых, вот эта штука не морается. Не надо там отдирать вот эту всю, блин, там где-то пережарилась, это возня. А нету дома... вот такой, знаете, вони. Mm-hmm. Вони не в плане, что невкусно пахнет. Вкусно пахнет, но все равно весь дом, блин, mm-hmm. даже с вытяжками пахнет вот это вот. Самые вкусные ароматы, они все выветриваются, остается как бы в воздухе летать, особенно на втором этаже. Какая-то приколюха, да, вот отсюда жарится, и все уходит на второй этаж. Потом мы идем спать, при том, что там окна вроде открыто для проветривания, и один фиг в комнатах воняет жареным мясом, и когда спать ложишься еще и сытый, это уже как-то, знаете, невкусно пахнет. Наоборот, на нервы действует. Только про это и думаешь. Вот. Хочешь, чтобы свежестью пахло. А когда в пакете вот так делаешь, и противень чистый остается, и даже если я передержал, там, делаю 1.5-2, да хоть 3 часа, за счет вот этой водички внутри пара, а вот это не сгорает, а пропаривается. Вони вот такой вот нету по всему дому, вот дыма самого. Короче, одни плюсы получаются. И вкуснее, и удобнее, и лучше, и приятнее, и все такое. И шанс, что выживет, и что-то из этого получится, и Оля скажет: о, вкусно. И съест половину курицы. Утки. Сейчас Оля так бум и спать. Mm. Да? Было бы вообще хорошо. Держись, Оля. Вот так вот. Сейчас я тоже чуть-чуть покушаю. Вот так.